Погода-то какая хорошая, а? А вот тут, в принципе, можно через бревнышко перекатить, можно. Да я думаю, да, что-то, блядь, мне прям очково, пиздец. А? Поручил вот этому не спускался? Не понял. Поручил здесь вот этому не спускался? Нет, еще. Че там, Жень? Слушай, ну в этот раз мы гораздо быстрее идем, хули она вот она, блядь. А мы тогда, да, рубились на траве, да? На вот это рубились мы тогда. На бревне, Саня. Ну ждем, ждем. А здесь перешеек, вот это с Хачука, вот этот перешеек, да? Да, да. И потом вот здесь вот, значит, есть этот ручей. Угу. Поэтому ручью буду туда бы ебануть. Ага, хуй ты там ебанешь. Завалы? Там, блядь, стенки. Если туда ебанешь. Смотри, какие горы, блядь, для выезда. Вот прямо гора, вот прямо. Жень! Да вот я ее видел. Что она там, блядь, газует? А, все, переехала. Повисла. А вот море, Саркис, видишь, прямо видно? Сейчас... О, поперли. Да, прямо море.
Вот разгрести бы эту всю историю. Кто-то, ну, конечно, на ногах, а кто-то на мотике ебашит. Безусловно.
нас за спиной, ёпты. Стой пока там. Стой пока там. Ух ты, бля. Как он едет. Сейчас я его иду туда. Вот это вспотел я. Бля, ну здесь бы было здорово подвигаться, конечно. А, смотри, слушай, здесь кто-то ездил. Да? Вот нахуярил кто-то тропу, смотри. Или она была? Это Женька сделала. А? Женька сделала. Женька? Да.
Палок нету никаких? Где? Сейчас будем ехать. Брать. Лишний. Я не знаю, вроде нет. Да ебать. Что мы тогда здесь мучились? И с ходиком вот здесь. Хуя в конце. Классный нам спуск. Колесо сделай заднее, чтобы катилось. Теперь сцеплением подведи его. Подыгрывай сцеплением. О, а то жопа уезжает у тебя впервые. Красавчик. Что, на вон туда? Да. Ну пиздец. А? Да это не пиздец, там дальше пиздец. Да? Что, тебе не нравится? Не, ну туда надо ехать, да? Да, да. Ты чуть проедь. Серьезно? Но это неприятно выглядит, да. Не, ну она доедет-то. Че, кто первый? Лисань. Давай я сейчас чуть отдохну с этого спуска. Да, я буду чуть-чуть. Давай, я тогда сейчас. Вот и все. Она да. Ну вот видел, небольшой ходик и все. И резина тут решает очень. Заснял. Я так понимаю, что никто не заснял. Я. Блин, надо говорить. Нет, это, блядь, все дело. На китайце ты там что-то исполнял такое вообще. Мы исполняли хорошо. Мы можем исполнять. Все, тут сейчас она выйдет. Я сам думаю. Чем это, да, все правильно. Здесь еще переставку, сука, делать.
как тебе? Нравится? Не, первый раз здесь я не очень понравился. Сейчас на второй раз интересно, но третий раз можно, конечно, сюда поехать, но уже надо здесь с кайфом ехать. Да? Быстрее, да. Сейчас что-то не попасть мне нахуй. Да-да, поэтому чуть надо на низ. С разгончика и желательно, блядь, до самого конца. Стой если... там, стой, стой там. Стой там, Саркис. Здесь надо ходиком заезжать. С разгончика. Так, дай-ка я попробую. Блядина, нахуй! Такая она, блядь. Земля взъерошенная. Блядь! Есть такое подозрение. Точно, блин, врубилась-то. Yeah.
ты зверь вообще просто. Правнее колесо поставь. Ты в колесо, в камень у тебя, колесо переднее, камень. Во, ага, вот так. Держи. Ты чуть-чуть прозевала, ты хорошо пошла. О, красавчик, здесь руки, что береги. Он такой быстрый, а? Давай. Залетай. Вот этот камень выкини вообще, если есть возможность. Тебе помешает сейчас. Куда-нибудь в сторону. Во, и все, и вот смотри, тропа, вот она, раз, раз, и туда до верха есть. Сейчас. А? Сейчас. Нет, давай едь, бля. А? Да не, нормально. И отдыхай как надо. Давай, давай, аккуратнее. Там более поровнее, где есть, там отдышись, и там опять такой затяг будет. Еще? А то прям штырь такой торчит. Женька молодец, чуть-чуть побаивается. Так и являюсь. Я тоже побаиваюсь. Че, она вообще девочка. Да, 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 согласен. Нормально, нормально заходил. Давай ставим его. Ну знаешь, что нормально? Я от тебя что-то испугался, чуть тебе в ногу не зафигачил. Видел же. Чуть-чуть я, блин, не заехал. Вот так, короче. Вот прямо так и едь, я тебя подтяну. Да. У тебя вот ты здесь карабкаться начнешь, тебя жопа слежет, и как раз вот сюда поедешь. А как я эту ступеньку заеду? Блять, просто едь и все, я тебя подтяну. Сейчас. Я надо упростить, что мне тяжело. Давай, давай. Я туда слизываю, Саша, мы не поднимем здесь, ты что? Меня слизывают прямо вот в самую высокую место. Давай поднимем, тебе говорю. Тебя ж резина там не бейся. Лучше сядь. Сядь уже лучше. Давай, давай. Все.
Отдыхай, да. Дорогу дальше знаешь? Давай подожду. Давай, переставка. Не, ну ты заценил вообще? Вообще отлично. Непринужденно. Че, едем дальше? Сейчас, дай ты отдохнуть-то, блядь. А здесь?
Давай, давай, отходи, она справится. Погода кайф. Макс вытащил. Спасибо Максу. Все, вперед. Вот по тропинке туда едь, там одна дорога. Одолела. Одолела. Это окуянная. Ага. Ну что, ты еще сомневаешься в моей силе? Нет. Поехали. Сейчас я буду до тебя доехала. Да.
почему сюда-то? Это все знаешь почему? Потому что я в прошлый раз там на тебя наорал.
Да? Подъехала? Забуксовала прям на повороте. Но я на степи остановилась. И чуть газа, и прямо он туда до самого верха, короче, без переставки, без всего, просто туда вырулила вот так вот. В одно движение, можно сказать. Где? Ну, вот поворот вот этот вот, где... Ну, альтернативный путь, который прорубили. Но. Где надо с поворота и вот до верха, до плиты. А вы где-то здесь, где-то в Простовеевку спускались в речку? Вот туда. Я так вы очень горжусь, ты сильная, прям невероятно. Сама все заехала, молодец. Дай-ка я. Привет, парни! Чё вы? Газуете? Фу, мы тоже. А четверо, блять, я все позабыл на свете. Там на Гучуке есть развилка. Одна на золото, другая на... Я Макса обогнала. Одна на золото, другая на серебро. Вы на золото, если... Не хотите ночевать в лесу, на золото не спускайтесь. Да мы с Простовеевки сюда попали.
Thank you.